и сбрасываются. Но когда они все вместе, это будет слышно. Потом это бумага шуршит лучше. Жени, считайте. Три и... Девочки, включайте головушки, а? Три и... Сели, сыграли. Все. Два. Три и... Она написала триоль, ну как бы три четверти в двух четвертях. Тебе это надо вот этим заниматься? А, да. Два, три, четыре. Ты можешь громче сейчас включить компьютер. Это будет похоже на видео. А вот это знак пошел! Из кармана. Из кармана человека вышел? Из кармана человека? Нет, из ежика, из кармана. Знаешь, ежика есть карман там. Можно? Транспорт, я уже так оставил, потому что, как бы я сделал вначале, писал очень быстро. Сейчас, вот это, да, еще? Я не знаю, насколько мы чисто вот это сможем сделать. Мне не хватает, допустим, в каком-то голосе, чтобы он прозвучал. Я ставлю там мецефорта, мало, форт, мало, ставлю два форта, нормально. Вот тогда это звучит, да? Но здесь ты это никак. Хорошо, спасибо. Так, это не Валерий. Не знаю, в общем, как он это считал. Ну, короче, главное, чтобы это тупо было ритмически. Меня сегодня ждет. Нет, я хочу сказать, товарищи. Концерт это прекрасно. Прям очень прекрасно. Я очень счастлив, что иду играть в концерт, ведь кто, если не мы? То, что в Египте нету деревьев, там очень мало деревьев, поэтому передавали по наследству двери вместо баранов. Станция Новослободская, Берегут. Все, хорошо, если что, будет проблема, мы здесь. Давайте мы пришли на репетицию.
Да, офигенно. Что ты чувствуешь вот сейчас? Я как будто бы... Я даже не знаю, что тебе сказать. Ну, это хорошие чувства или плохие? Я хочу спать. Я хочу арбузные смузи. Что там еще можно хотеть? Да много чего можно хотеть. Да, много чего можно хотеть. Браво! Это было еще три. Ты так чувствовала, что ты был тигром на воле, и тебя заперли. И вот сейчас момент, когда они открыли свои двери, ты вроде испуган, а вроде внутри ты наполняешься силой, потому что понимаешь, что все это конец. Все, теперь можно домой идти, можно просто никуда не спешить и просто домой.